мы сейчас идем в магазин, а потом мы еще домой еще один раз сгоняем, Зойку закинем, а потом поедем в центр города. Если что, город называется Гамбург. Первый выход в город. Мы проснулись, покушали и собираемся идти в магазин, чтобы посмотреть, что здесь продается, что сколько стоит. В принципе, надо же купить покушать. Вот. Закупим себе продуктов домой, чтобы было с чего готовить. Может быть, даже какие-нибудь морепродукты возьмем, потому что в Гамбурге очень ценятся морепродукты. Идем по очень живописному месту. Только представьте себе жить в таком месте. Здесь кругом одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные дома. Выше просто нету. Кругом лес, красота и такая тишина. Я так тихо еще... Я такой тишины даже у нас на даче не слышу, когда мы там спать ложимся. Здесь как будто бы реально все выключилось. Уши оглохли. Нам Паша рассказывал, когда они только приехали в Германию, Катя говорит, что не могу, очень тихо. Город Нордерштедт находится в 20 минутах езды на метро от центра Гамбурга. Население составляет около 100 тысяч человек. Архитектура Нордерштата очень похожа на спальные районы Гамбурга. Очень трудно визуально распознать, где заканчивается один город и начинается другой. В некоторых местах границы городов проходят прямо посередине улицы, поэтому одна ее сторона находится в Гамбурге, а другая в Нордерштате. Эти два города находятся еще и в разных федеральных землях, что означает наличие разных законов, правил и вообще может кардинально влиять на жизнь жителей. Например, в Гамбурге среднее школьное образование получается 12 классов, а в Нордерштате школьный курс растянут на 13 лет. Вот и получается, что на одной улице одна система образования, а на соседней уже другая. Что здесь ты вообще категорически не покупаешь? Я не покупаю немецкие сладости. Почему? Потому что они опасны и здоровы. Блин, что шепотом? Да. Нас все равно никто не понимает. Ты ошибаешься. Катя была права. Русскоговорящих жителей бывшего СНГ мы встретили очень много. Да, и сами немцы неплохо понимают русский язык. Это, по идее, молоко, наверное. Это еще кефир, но, по-моему, в необычной упаковке для йогурта. Кефир такой стоит 60 центов. Нет, пока не 60. Помалиновая, не знаю. Ага. А тут что-то такое кексиковое. А вот и печеньки, я не знаю. Я уже выбрала мармелад и вот катушечки и палочки черные. Выбрала. Это такой зефир с лошадкой на пакетике. И там бабочки, сердечки и что-то еще. В общем, порядок цен в магазине, естественно, европейский. 1 килограмм куриного филе стоит 1000 рублей. Исходя из этой суммы, можете сами представить, насколько здесь дороже. Зато киндер-сюрпризы гораздо дешевле. У нас киндер-сюрприз стоит 100 с лишним рублей, а здесь всего 50. Где была? Там. Ну что там было? Мы просто ждали Зою, пока она там наиграется. Что? Дай мой кефир. Ну, я не знаю, где он. Вон там. Он убежал. Он в пакете.
Я начинаю собирать новую коллекцию, но мне кажется, это какая-то разновидность дуба. Похоже на дуб. Такая промежутки между частями есть, и заостренные они круглые. Закупились по полной всякой мелочевкой в магазине и шлепаем домой. Солнышко разгулялось, погода разошлась, с утра шел дождик, но сейчас погодка просто шепчет. Слушай, и говорят, что зима здесь именно такая. Холоднее не бывает. Иногда бывает так, что выпадает снег, но это крайне редко и больше похоже на катаклизм. Вон даже мужики в футболках ходят. Железнодорожные пути, на которых мы вчера приехали. И посмотрите, какое здесь огромное количество велосипедов. Люди приезжают к метро и оставляют здесь велосипеды. Просто без присмотра. Многие даже не пристегнуты. И едут по своим делам на работу в город. Красота. Ой, пап, стой. Ты знаешь, что это? Что, тоже пойдут в коллекцию? Наверное. Их можно подсушить. Вот так. Я ягоды возьму. По-моему, на черемуху немного похоже. Или что-то такое. Да, похоже на черемуху. Еще похоже на грызть винограда. Но это надо посмотреть по соку. Потому что виноград сам черный, а сок у него внутри фиолетовый. Какие красивые дома здесь, а? Посмотрите. Красотень. Хотя, я вот начала коллекцию собирать, вот, из разных стран. Я сама не знаю, что это, но похоже на какую-то разновидность дуба, по-моему. Арина осталась дома с Катей и Зоей. А мы втроем решили отправиться в центр Гамбурга под вечер погулять и посмотреть, как выглядит Гамбург вечером. Посмотреть, какие тут бывают музеи. И мы пойдем в музей современного искусства. Вот. Ура! Это же 10 евро, нужно 12. Ну, все, молодец. Он дает. Спускаемся в немецкое метро. Не обнаруживаем здесь ни одного турникета. Ждем. Надо разобраться, в какую сторону нам ехать, чтобы попасть в центр города. Да, все правильно. Вот, метро под открытым небом, очень чистенькое и свободное. И нет турникетов. На любой станции метро в таком вот аппарате можно купить себе билет на целый день. Да, Марин? Карта метрополитена Гамбурга и его окрестностей. Марин, что ты думаешь о немецком метро? Ну, чем оно отличается от нашего? От нашего? Ну, если только оно ездит не под землей, а вот, скажем, на земле. А еще что? Виды красивые. Приехали практически в самый центр Гамбурга. Идем по очень красивым улицам. Потихоньку смеркается. И пока есть свет, мы что-нибудь посмотрим. Все хорошо.
Гамбург – второй по величине город в Германии. Расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море. Население составляет почти 2 миллиона человек. На гербе и флаге Гамбурга изображены ворота городской крепости. И Гамбург часто называют за это «воротами в мир». Город очень похож на наш центр, как будто ты гуляешь по Москве в самом центре его. Похож действительно. Только это в другой стране и в другом городе. Мы пока еще не знаем, что это за место. Какое-то очень красивое сооружение. Потолок, стены, красота одна сплошная. Я была под впечатлением от этих птиц. Мы поехали домой и на следующий день вернулись на то же место. Уже с намерением покормили голодную стаю. Находится на реке Эльба. Вот он. Гамбург – это крупнейший порт в Германии, второй по величине в Европе, а в мире занимает 9-е место. Промышленный район порта включает в себя верфи, нефтеперерабатывающие предприятия и фабрики по обработке зарубежного сырья. В порту Гамбурга разгружают огромное количество торговых кораблей, перевозящих все, начиная от промышленного оборудования, автомобилей, металлолома и заканчивая картоном, чаем и какао. Это станция метро. И дети, приезжающие на экскурсии в порт, выходят прямо из метро со своими преподавателями, маленькими своими портфельчиками, такими же маленькими, как у наших малышей. Дай по жопе! Дай вот! Такие же малыши, да, ходят с портфельчиками. Да, котята? Да. Ваши ровесники? Нет. Вкусный хлебушек? Ага. Буль-буль-буль? Да. Станция метро, которая приводит тебя прямо в порт, называется Баумваль. Выходишь здесь, переходишь дорожку и попадаешь прямо сразу в порт. К лодкам, кораблям и всякой морской красоте. Идем в Эльбскую филармонию. В 1875 году здесь был построен самый большой склад в порту Гамбурга – Кайзершпайхер.
На складе хранились какао, табак и чай до 1990-х годов. Высота 26-этажного здания составляет 110 метров. Здание спроектировано как культурно-жилой центр. Кроме большого концертного зала на 2100 мест и малого зала на 550 мест, в здании расположен отель на 244 комнаты, 45 квартир, магазины, рестораны и парковка. На 8-м этаже имеется смотровая площадка, открытая для свободного посещения. Офигеть! Вот это порт. Вот теперь сразу понятно, насколько он здоровенный, да? Но видок, конечно, нифига не экологичный. Каждый день до 17 тысяч гостей стекаются в Хаффин-Сити, чтобы осмотреть город и гавань. Это ставит филармонию в ряд самых популярных достопримечательностей Европы. Выпустите! Расскажи что-нибудь о климате Германии. Ну, по-моему, тут все время так, особенно в октябре и ноябре. В общем, когда ты где-нибудь в интересном месте, когда, если родители считают, что это место интересно, то я не считаю это интересным местом. Во-первых, хмурая погода. Во-вторых, что тут смотреть-то? Просто на дома? Ну, понятно.